Всем добрейшего времени суток. С вами Светлый Место Жизни. Я, честно говоря, очень и очень долго ждал одного момента, а именно, когда я накоплю себе деньги. 13500. Вот, уже чуть меньше, потому что у меня карточки появились. Но, честно, извините, я долго ждать не могу. То есть я сколько мог, столько ждал, но мое терпение не бесконечно. Хочется открыть наборы. Просто хочется, потому что я уже не могу играть с ними теми же лошадьми. Ну что ж, давайте открывать. Сейчас, секундочку, только у меня тут есть пара других, скажем так, возможностей пооткрывать карточки за бесплатно. Грусть, тоска, печаль, обиды, даже новых нет. А нет, новое, но как бы это самое обычное такое. Шуш, следующее. Что ж, ну давайте сейчас мы попробуем, знаете что? Открыть за валюту. Я, ну как, за деньги имеется в виду, которые накопила не за карточки. Я просто реально хочу себе персонажей. Я понимаю, что до конца ивента я не смогу накопить то количество кристаллов, которые должен, чтобы их получить. Поэтому давайте так. Будем надеяться, что просто превратятся они, да? То есть золотые превратятся в бриллиантовые. Потому что реально очень хочется себе их. Как же, блин, неинтересно. Вот реально. Я понимаю, что сейчас делаю полнейшую лажу. И может я даже не получу 3-звездного персонажа. Но я очень хочу себе все-таки его. Прям вот реально. Потому и вдонатил. Ну и не вдонатил, это раньше, чем надо, открываю. Ну, кажется, реально никого не получу. То есть, жаль. Все, теперь уже точно. То есть, понимаете, я просто уже не сдержался. Я очень долго копил. И теперь, ладно, пропустить. Сорян, конечно, пропускаю. Может, кому-то интересно, но вот. Такое открытие у нас будет. Ладно, извините. Все-таки кто-то есть. А, ну это, я, честно говоря, так и подумал, что это она. Правда, не ожидал, что это будет что-то новогоднее. Вау. Кавай. Офигеть. Честно, такого не ожидал. На Новый год считайте мне подарочек. Я уж надеялся, что еще одна будет. Ну ладно. Не, ну реально, это хорошо. Будем зато нового кого-то обкатывать. Все, больше никого не будет уже. Да, все, теперь точно. Вай. Кавай. Так, бегает на дальней дистанции, лонговой дистанции, бегает первым номером. Даже интересно будет посмотреть на нее. Ну все, давайте. Последняя открывашка, считайте. Да ладно, ребята! Вот это фарт, слушайте. Вот это фарт. Мне теоретически ведь еще одна может выпасть. Давай, 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 давай. Да! Две за раз! Ребята! Я, честно, не заметил, кто это, поэтому даже не представляю. Да ладно, ребята! Она мне выпала. Счастье-то какое, ребята. И, заметьте, мне же еще один перс должен выпасть. Смотрите, сейчас будет. Ну, не сейчас, вот сейчас. Похоже на Аль Кондорпаса было. Не уверен, но похоже.
А, флэш. Вот так мы описываем эффекты, как в детстве, да? Жесть. Два персонажа, а за раз. Все, больше не хватит. Блин. Сейчас, секунду. Я... Подождите, подождите. Нет, смотри. Все, извините, это я облажался. Короче, чем больше мы открываем, тем выше шанс получить персонажа. Короче, я получил всех персов с ивента. Ёлы-палы, давайте на них посмотрим. Это жесть. Так, я, честно говоря, приятно удивлен таким подгоном на Новый год. Сейчас далеко не Новый год, сейчас у нас 6 декабря. Ну просто представьте, насколько мне приятно. Жесть. Так, ой, куда я залез? Так, два перса новых. Так, 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 вот они, вот они, вот они. Плюс 30% к опыту дают нам еще. Слушайте, это вообще идеально. То есть за них сейчас сам ивент говорит играть. А, ну, на самом деле не только за них. Вообще, а другие дают бонусы. А вот они прям очень много бонусов дают. Так, скиллы у нее. Окей, так, вот. Слушайте, давайте ее сравним. Так, так и так, и... Скиллы разные. А, секундочку. Так, 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 вот. Бегает она тоже на разные дистанции. Смотрите, здесь она бегает на средние и... шортовые. А, плюс бегает в позиции лидера или раннера. Здесь же она бегает чуть-чуть иначе. Вот, бегает по те же позиции, но при этом еще бегает лонговая дистанция. То есть, прям хорошо. Ладно, я в принципе доволен, ребят, это класс. И водка тоже у нас, к сожалению, есть в качестве обычного. Бегает на по траве, бегает медиум и шортовой дистанции, бегает в качестве битвинера. А где она тут у нас? Где? Вот. Вообще ничего не отличается, кроме изначальных статов. Они получше будут немножко. Да, чуть-чуть получше. И, наверное, кроме скиллов. Ну, короче, отличие будет по скиллам. По позиции, что она на лонг бегает чуть лучше, но я думаю, не сильно будет влиять. Вот, это жесть. Круто. Спасибо за просмотр, надеюсь, счастье мне привалит еще два новых перса, считайте, перезвездных, это шикарно. А, три, точно, флэш, наш любимый. А, бегает на лонговой и медиум дистанции, бегает по траве, бегает в виде битвинера. А, ну, то есть позиционирует себя как битвинер. Спасибо за просмотр, всем пока, всем добра.